В современной войне вы будете умирать без всякого смысла, как собака. Эрнест Хемингуэй. Приветствую всех на канале снов. Сегодня мы смотрим игру «Эта война моя», которая позиционируется разработчиками как история людей, которые попали в замес гражданской войны и нужно как-то выживать, не имея ни опыта боевых действий, ни каких-либо запасов. Попробуем выжить с ними и мы. Сейчас все настроим. Можем выбрать русский язык. Нажимаем выжить. Вперед. День первый, видимо, самое начало. К черту войну. Настроение, конечно, музыка и антураж передаются. Очень своеобразно. Когда началась гражданская война, многие верили, что она кончится за пару недель. Однако прошли годы, прежде чем правительственные войска окружили повстанцев в столице и отрезали все линии их снабжения. Мирные жители окруженного города гибнут от голода, болезней и постоянных артобстрелов. Катя познакомилась с Пабло и Бруно еще до войны. Она работала журналисткой, а Бруно был ведущим собственного кулинарного телешоу. Пабло был звездой местной футбольной команды, и она как-то раз брала у него интервью. Теперь они встретились в совершенно новых обстоятельствах, занимаясь поисками еды и убежища. Ну, поздновато спохватились после нескольких недель. Так, наши вещи. Нас, похоже, ограбили. Пабло быстрый бегун, Бруно слегка болен. Катя хорошо торгуется. Так, это у нас что? Простой верстак, базовые предметы. Нужно сделать кровать, стул. Расходные материалы. Топливо тоже из досок. Понятно. Не апгрейд можно делать. Мне нужно чем-то открыть замок. Так, сейчас открою. Сахар. Он, наверное, складывается куда-то в общую копилку. Я могу попытаться разобрать завал. Выбирай.
Так, а ты чего уселся? Еды у нас нет совсем. Сложные вещи устройства позволяют получать еду, медикаменты, ценные для обмена предметы. Совершенствование, чтобы сделать электрические приборы. Так, а сейчас что можно сделать? Кровать, радио, верстаки. Перетащите что? А, для сбора воды. Здесь будет. Так. Так, что за проемы в стене? Оставаться в помещении. Ну, естественно, в помещении. Чтобы оставаться в помещении, нужно сделать запасы еды. Вода у нас теперь будет. Так. Через полчаса. Что мы еще можем сделать? Так. Это что? Слесарный верстак. Инструменты, лопаты для расчистки завалов, ломы для взламывания дверей, ножи для самообороны. Так, самогонный аппарат. Примитивная плита. Обогреватель, стул. Кровать одна нужна. Здесь пустая комната, пусть идет. О, добро. Температура 22 градуса. Пока тепло, голова у нас не болит, пока за температуру. Так, никто не может открыть замки. Придется делать слесарный верстак и делать ломик. Да,
такое ощущение, что их забросят из космоса. Так, нет, надо забрать вызвал, не надо пытаться. Скоро сделаем лайк. Так, а верху не звал. Так, давай к верстаку сейчас что-нибудь будем мастерить. Ночь. Планирование ночи. Так. А, за описание пунктов. Тихий дом, много еды, лекарств, запчастей. Жилой массив, в котором остался практически нетронутый. Тихий район, застроен небольшими домами с крылечками. Нам здесь нечего делать, если мы не готовы воровать. Нет, мы постараемся остаться людьми. То есть воровать будем только в крайнем случае. Какие-то люди, выжившие непонятно как, должны быть запасы, бинты, медикаменты. Меняться они не будут, в самом крайнем случае можем попытаться их обокрасть. Так, заброшенный дом. Ну, заброшенный дом пойдем. Так, и что приготовить? Доски, ну, конечно, берем все. Так, вот патроны были. Так, красная. Электрические запчасти могут пригодиться, если мы захотим дополнительно улучшить свое убежище. Пока ставим лампочки эти. Надеюсь, что оружейные детали. Лезвия, стволы, пружины, замки. Книги. Сигареты, сделанные из трав, испускают горький едкий дым. Удобрения, органические отходы, которые можно использовать для выращивания трав и овощей на грядках, а также как приманку для мелкой живности. Табак, самоцвет. Книга поднимает настроение, чем больше, тем лучше. Тяжелые времена мы сможем использовать как топливо для нашей печки или плиты. Давайте вместо доски возьмем книги. Оружие. Мышь. Семейная фотография родителей, двое дочерей. Хорошо, что девочки не были похожи на отца. Он похож на медведя. Ну, мало ли он кого похож. А, еда! Еда! Вода у нас своя. Это сырая еда. Сахар.
не самогона. Так, мы возьмем 10 сахара. Пустые гильзы. Можно сделать патроны для огнестрельного оружия. Оружия у нас пока нету. Мостки. Нам пригодятся. Боеприпасов и взрывчатки. Взрывать мы пока никого не собираемся. Так. Всю ночь пробегали. Сегодня у меня очень хороший улов. Смотрите, что я принес. Ночь прошла спокойно. 4 доски, 20 запчастей и немного еды. Голоден, устал. Заработал. Ешь морковь. Конечно, это лучше, чем ничего. И тоже поешь. А ты ложись отдыхай. Так, голодна, устала. Ты работать за станок. Как он все еще голоден, устал, ну сейчас поспит. Вот, ну, жуткая головная боль. Не настолько посидит. Так, что мы можем сделать? Еще одну кровать. Фильтр. Нам нужен будет все равно. Для воды. Здесь мы что можем сделать? Сейчас на карте, конечно, повезло, что еще не холодно. Конечно, повезло, повезло вообще, что живые остались. Судя по городу, тут шарашили. Не слабо. Так, 3, 6 шестеренок, 4 доски, 7. Так, делаем лопату. Так, можем сделать апгрейд. Более сложные вещи и устройства позволяют получать еду, медикаменты, цены для обмена предметы. Блин, последние доски. Практически вообще все наши запасы. А как дырки заколотить?
заколотить дырки. Это все у нас сделано. Топливо. Это чем три топлива, чем отличается? А, доски, книги, деталь, понятно. Так, если вот этот станок. Апгрейдить таких топоры и ножовки он позволяет чинить сломанное огнестрельное оружие и шлем. В дальнейшем совершенствование позволит изготавливать патроны, чинить бронежилет. Ну, это вообще не скоро все. Мычка. Легче открывать замки бесшумно и быстро. Так, медленно и шумно взламывать двери. Так, а лопата-то у кого? Принес сделать. Что у нас здесь вещей осталось? Немножко еды, детали. Курящие сигареты ему нужны. Так, как вот... Так, Пабло все еще голоден. Так, голодна, устала. Раскапываем, а вещей не прибавляется. Книги, лекарства, это травы. Так, кто там болел? Слегка болен. Ну иди, прими. Где мои сигареты, еще чего? Лучше бы болел, съел. Это сейчас начнется. Сигареты. Так, что у нас там еще? Всем с удовольствием поедем.
Так, опять началось. Там Брун охраняет, Катя в кровати, а Пабло добывать. Супермаркет. Много еды, много лекарств, огромное количество оружия, огромное количество запчастей, опасность. Так, ну опасность уже будет в следующей серии. Затянула игра. Незаметно пролетело время. Посмотрим, что будет дальше. Пока еще все здоровы. Потихоньку процесс идет, обустраиваемся. Посмотрим, что будет дальше. Время просыпаться и возвращаться в реальную жизнь. До встречи. Не разобрался я, как сохраняться. Из вот этого экрана выход только... Или всем остаться. Или отправить Пабло куда-то на добычу. Выйти в меню, чтобы сохраниться отсюда нельзя. Поэтому сходим в разбомбленную школу. Возьмем с собой ломик и лопату. Лопату не надо, если что, можно руками, а ломик... пригодится. Говорят, что во время бомбежки здесь еще шли занятия. Бедные дети. Бедные все тут, никому не сладко. Так, а это что за звук? Это мыши опять. Да. Покопались. Что-то как... О, класс. Для занятий накрой. Что-то мешает, с другой стороны, даже ломик не поможет. Сейчас по всем чем прошаримся. Нам нужны доски. Это все нам нужно, еда. Еще ничего не нашел. Так, не угадал я с набором, надо было брать все-таки лопату. Через верх. Звуковые волны изображаются, шум. Если будут какие-то еще персонажи, видимо, можно спалиться. Трудно было, наверное, нажать и на дверь. Попробуем в следующий раз. Картинки на стенах школы, конечно, те еще. Все, пора забрать.
купили огромное количество запчастей. Здесь только доски детских столиков. Тут парт. Прервусь еще, главу почитаю. Книжки пригодились. Привет, посмотрите на все эти вещи. Каждую ночь бы так. На нас напали, кто-то явился ночью, чтобы ограбить нас. Кто-то пытался ограбить нас. Это была просто парочка мародеров, поэтому они смогли нанести лишь немного вреда. У нас было немного оружия, но на всех не хватило. Катя получила ранение, но грабителям не удалось ничего унести. Мы способны защитить себя. Так, Катя получила ранение. И... Так, голоден устал, голоден устал. Но зато уже не болеет. Так, Катя как самая... Я бы поспал. Не очень питательно, но это еда. Кстати, насчет не холодно, температура падает потихоньку. Так, еще одну кровать можно сделать. Как забить? Жаль, что не жареная. Так, ну ты как добытчик. Так, Катя пока посидит, таблеток все равно никаких нету. А, хотя ничего, сидеть, не копай. А ты иди взламывай. Как заколотить дыры в стенах? Поспи. Не, еще и лом инструменты, оказывается, тут имеет срок жизни, и лом даже можно полки сломать. Бля, не тому сказал. Да спать иди. Ты освобожден от работы. Катя, иди сюда. Или сюда, сюда сначала. Голоден устал.
Еда, доски, а другое, что у нас? Книги, электроника. Легко ранено. Так, нет, Катя, иди на верстак. Ты не копай кучу. Оружие нужно. А, вон что. Запчасти нужны. Но у нас их нету. То есть, получается, мы лопатой отбились в прошлый раз. Делай апгрейд, посмотрим, что изменится. Доски почему-то разрешают нам использовать. Хорошо, что у меня есть лопата, да? С лопатой нигде не замерзнешь. Удобный предмет мебели, заварившись на него с хорошей книги, можно почти забыть о войне. Понятно. Так, для кровати нужно 6. Это нужно 7. Одна деталька. Как грабители, правильно. А это что? Капкан для небольших животных. То есть, по идее, можно сделать капкан. О, заколотило. Из вас уже ночь. Так, раненая спит в кровати. Пабло на добычу. Бруно охранять. Спать будешь днем. Так, а куда идти? Новая снайперская развязка. Центр города раньше был очень красив. Парки, площадки, памятники, окруженные старыми зданиями. Теперь же из-за многочисленных случаев убийств мирных жителей этому месту дали новое имя — снайперская развязка. Можно найти ценные вещи, но это очень рискованно. Так, а малая обитель — это что такое? Старый дом принадлежит пожилой семье. Их сыну. Можно попытаться украсть или забрать силой. Так, мы с ним все еще посмотрели в школе. Супермаркет, много еды, много лекарств. Оружие и опасность. Ну ладно. В принципе, в супермаркете должно валяться. Вот, так.
Или ты берешь верхний этаж и крышу с автоматом. Калаш. Ай-яй. Приготовиться бежать к выходу. Он не будет меня стрелять. Это отлично. Так, огнестрела у нас нету. Ладно, может там поменяется кто-нибудь. Ладно. Остатки, конечно, но смотрим, этого хватает. Так. Корзинка супермаркетовская. Еда, шестеренки, самокрутка. Бруно просил самокрутку. Так, ну после них, конечно, многого не останется, но все они тоже не унести не смогут. Дорогие сигареты. Ну ладно, пусть пока потаскаем, посмотрим. Как из них делать? Что верно, на верстаке такого я не помню, что была возможность делать. Так, шестеренки, металли. Сахар и патроны. Пурга изготовления боеприпасов и взрывчатки. Да не нужен он нам особо. Кровать кто-то лежит. Книги. Табак самосад. Возьмем книги вместо сигарет, пусть бросает курить. Будем отвлекать курение книгами. Вытекшая листовка с черепом и костями. На ней написано: «Внимание, приказательство не разворачивается боеприпасом. Любое брошенное оружие, боеприпасы или оборудование могут быть заминированы. Не прикасайтесь к ним при тяжелого ранения или смерти. Сообщайте о всех находках на ближайший пост армии». Как ты меня напугал, прыгун.
выкинуть-то нечего. Еще не сейчас. Супермаркету, конечно, досталось. К выходу. А, стоп, мы здесь, по-моему, еще ничего не смотрели. Много чего нашли, кроме досок. Нет, тут сложнее. У нас кровати нету, и дыры заколотили. Оружие, это нам должно хватить на нож. А это что? Кофе. Многие пьют кофе, чтобы найти в себе силы и жить еще один день. Делать крайне ценным товаром. Можем отломать. Ну-ка. В бочках что? Мне нужно возвращаться. Давай, давай быстрее. Yeah.
Не знаю, правильно ли выбрал или нет. Разберемся уже в убежище. День четвертый. Сегодня у меня очень хороший улов. Смотрите, что я принес. Ночь прошла спокойно. Ура! Пабло устал, голоден. Так, консервы мы оставим. На крайний случай. Так, Бруно сильно устал. Сюда. Легко ранено, приходит в себя. За работу. А, нет, сначала сюда. Может, вот радио и стул, и все. А на печку не хватает деталей и доски. Так, а апгрейд что даст? Этот верстак позволяет нам мастерить полезные электрические приборы, такие как нагревательные лампы для грядок и миксеры для миксера, микстурного стола и столярного верстака. Ой. Какие-то космические технологии нам пока недоступны. Все, спи. Так, кровать сделать не из чего. Будешь спать на стуле. Что еще у нас есть? Лопату можно сделать. У нас лопата есть. А апгрейд нам даст чинить сломанное огнестрельное оружие. И шлемы. А, вот. Надеюсь, еще не копались. Ну-ка. Катя торгуется. Здесь в двери пришел торговец. Нет, все, это у нас Дим. Отлично. Купить бы у торговца досок сейчас, заколошматить, сделать вторую кровать, заколошматить все дыры, чтобы грабители не ходили, и спать всем. Досок у него нет. Есть! Есть доски. Так, у нас есть вода, у нас есть оружие. Нам нужны доски. Что вы мне за это предложите? Так, это что? Трава, которую можно использовать для приготовления травяных медикаментов и самокруток. Вы, наверное, шутите. Отлично, мы договоримся. Ну как так-то? Так,
Или вот так. Отлично, договорились. Что-нибудь еще желать? Конечно. Я много попрошу взамен. Таблетки иногда помогают, иногда нет. Это нам не хватало буквально нескольких штук. Так, что вы мне иногда предложите? У нас есть кофе, но он сам не может пригодиться. Сахар. Это драгоценности, ценный предмет для обмена. Что-то не произвели на меня впечатление драгоценности. Крутки, бинт. Компоненты, у нас есть сахар. Ну, шестереночку еще накинь. Вещи-то есть, а предложить за них уже нечего. Сейчас наменяем. Мы за это хотим. Жечь в печке. Не слишком много. Сидос. Так, Катя к станку. И ты давай к станку. Удастся выиграть помещение. 17 градусов, в принципе, не должно быть у нас проблем. Так, дофига у нас. Иди заколачивай дыры. Так, ананос. Не хватает части оружия. Понятно. Кровать. Кровать мы можем сейчас сделать. У
Да, доски остались или 10 штук на заколотить или 8 на кровать. Простые инструменты, позволяющие изготовить настойки, бинты, низкокачественные самокрутки. Трава, которую мы отдали, из нее можно было все это делать. Сделаем в следующий раз. Сейчас важна безопасность. Потому что безопасность прежде всего. Сначала построить крепость, потом натащить туда продуктов. Воду. И потом надо спать. Мне нужно выспаться после ночи. Да. Так, Бруно, давай на стул. Ты спать. Так, радио. Ну. Новости и прогнозы погоды. Или где-нибудь вот здесь его. И не отдыхают. Так, ну отлично, жизнь кипит. Все голодные, уставшие. Ночь, блин, да как сохраниться-то? Катя легко ранена. Но она не устала. Пабло спит в кровати. Бруно его охраняет. А Катя добывать. И пойдем мы в разбомбленную школу за материалами. Нам нужна вторая кровать. Печка. Такое. Так, в школе нужна была лопата. Крыса. Копай. Хорошо, что у меня есть лопата. Лопата отличная вещь.
что мы для удовольствия или просто покупали? Похоже на то. Отлично, просто отлично. Никого нет и не надо. Так, школьный стол. А вот они, где все остальные основные добряки. Это что, прутья? Ясно. Так. Есть еще место для двух деталек. Нашлись, но другие. Пока подождем, не будем ничего покупать. Они снова забрали мою линию. Это кто такой? Блин, а масла еды нету. Вы кто? Живёт здесь, что ли, на газетах спит? Еще что ли кто-то? Или страницу дочитаете, нет. Тут, оказывается, жизнь кипит. Сидят, читают. Не поздороваться нельзя, ничего, не обменяться. Да, сбылись мечты идиота. Так. 10, 14 досок, там 5, 19, 8 на кровать, нормально, значит, берем, добираем детали. В школе просто немерено народу. Мы сюда еще вернемся. Поразительный, конечно, момент. Так, Катя бежит к выходу. Встречают. Посмотрите на все эти вещи. Вот каждую ночь бы так. Ночь прошла спокойно. 16 досок привезли, 12 деталей. Катя очень голодна, легко ранена. Так. Катя, кушай. Так, сильно устал. Не устал. Так, ты охранял. Иди сделай кровать. Голоден, но ты отдохнул.
Хочу есть. Сначала поработай. Охрана заработает на это. Так, кровать. Как я еду делаю на радио? Гитару можно сделать, что нам не хватает. А, сломанная гитара нужна. Важно как-то занимать свободное время. Ну, ты... Плита. Делаем. Ехала дилетант. Прекрасное зрелище. И, кстати, у нас не загорелось предложение «Золотая дыра», мы, похоже, заколотили. А, нет, делай. Я опять это радио. Сучистили почти все животные. Учитывайте это при покупке мяса из сомнительных источников. Огонь испытывает острую нехватку жизненно важных продуктов, где мы живем. Если так пойдет и дальше, люди превратятся в добытчиков рыщи по городу в поисках любых полезных вещей. В ближайшие дни сохранится теплая мягкая погода, великолепно подходит для прогулок в парке. Птички, где-то были птички сейчас. Не сильно устал, спи. Катя, открывать дверь. Мне нужна помощь. Ну, здрасте. Пабло, ты к верстаку. У нас материалы есть. Мы сейчас что-нибудь еще сделаем. Кресло, стул, обогреватель, запасшись терпением, а также небольшим количеством воды, сахара, мы можем приготовить крепкий, дурно пахнущий алкоголь, можем обменять его на нужные вещи, только не ожидайте слишком многого. Ну, нет. Позволяет обогреть жилище. Так.
Даже не знаю. Спасите людей из обрушившегося здания. Слава богу, что вы здесь. Снаряд попал в многоэтажку ниже по улице жильцов. Засыпал обломками. Пожалуйста, помогите мне вытащить их. Чем больше помощников, тем лучше. Мы устроим больницу для раненых в моем доме. У меня есть кровать и медикаменты. Вы поможете? Конечно, людям надо. Люди должны помогать друг другу. Все, Катерина ускакала помогать. Так, а апгрейд на что? А, досок нет. Так, а вот этот... Туши не хватает. Так, а вода-то нам нужна. Так, у нас, кстати, Бруно-повар, он вот эту 4 сырых. Из 4 сырых сделает потом хорошее что-нибудь. Я не устал. Сейчас что-нибудь пойдем покопаем, чтобы ты... Работать пошли. Так, на этом, наверное, мы закончим эту серию, потому что уже затянулось. Катерина пошла помогать. У нас тут даже не все устали. Так, кровать пока не можем сделать. Сделаем кресло. С простыми инструментами. Настоящее лекарство и сигареты сделаем. Пусть здесь и будет этаж для всего полезного. Все, увидимся в следующей серии. Посмотрим, удастся ли Кате кого-то спасти, какие таблетки мы здесь сможем сделать. И, естественно, пойдем снова на добычу. Добычу. Вот, можем уже делать. Бинты. Нужен чистый спирт для бинтов. Ну, здрасте. И травы. Все ясно, все можно будет делать. Этим мы и займемся в следующий раз. А сейчас время просыпаться и возвращаться в реальную жизнь. Всего хорошего.